Предупрежу заранее. Это будет звучать еще страннее, чем обычно. Что-то грядет. Это угроза. Моей сестре снился этот сон. Плохой сон. Она убедила себя, что не спит. Она всегда была упрямой. Она не пойдет по тому же пути. Директор Федерального бюро контроля. Все еще не могу в это поверить. Долг директора — оберегать бюро. Дзинь-дзинь. Это доктор Дарлинг звонит. В 1978-м стажер отдела связи услышала звонок телефона и подняла трубку. Вопреки всем протоколам безопасности. Она так и не поправилась. А для горстки свидетелей потребовался обширный курс подавления памяти. Это телефон. Предмет силы. Он не соединен с обычной сетью, это прямая связь с астральным измерением и советом. Но я считаю, что через него можно связаться и с иными мирами. Только директор может пользоваться телефоном. Все услышанное — тайна. Я помню, как игнорировала тебя. Но обещаю, что больше так делать не буду. Просто, знаешь, во мне снова проснулась надежда. Мы с тобой будто обитаем в комнате, на стене которой висит плакат. Все сидим там и думаем, что весь мир — это комната. С плакатом. На плакате что-то красивое, будь то пейзаж или знаменитость. Комната для нас — камера, но на плакате каждый видит что-то свое. Потрясающее там что-то или ужасное, но взгляд наш прикован. Вот только все это ложь. Это ширма, что скрывает от нас правду. Они обманывают нас, и мы обманываем себя. Комната — это не мир. Мир намного масштабнее и намного удивительнее. За плакатом сокрыта дыра, проход в реальный мир. Мы думаем, что в комнате нам ничего не грозит. Но иногда... Иногда нечто вылезает из-за плаката. Когда становишься свидетелем подобного, крыша едет. Только и мечтаешь об этом забыть. Я говорила, что ищу ответы, но вдруг я не пойму их. В моем сне шумы вырвались из этой тюрьмы, этого дома. Я дал им свободу. Сам президент прибыл туда, чтобы поприветствовать нас. Он был первым, кто признал шумов и начал распространять их слова. Доказательства тоже больше не нужны, их и так хватает. То, в чем меня убеждали все эти годы, уже не важно. Я знаю, что есть правда. Я бы не смогла такое выдумать. И я хочу быть частью этого мира. Меня до смерти пугает факт, что я все-таки нашла это место. И факт того, что шумы хотят его разрушить. Ну вот и сам плакат. Предметы силы. Могут быть причиной АМС, альтернативных мировых событий, вторжений в нашу реальность. Так
Табельное оружие является прекрасным образцом ПС. Мощным образцом. Укоренившимся в ДНК бюро и ставшим звездой программы «Идеальный кандидат». Выигрываешь в этой русской рулетке и ты. Ты он. Я пришла. Но зачем ты позвала сюда? Народ! Есть кто-нибудь? Директору нужна команда, управленческая команда. Эти люди знают секреты бюро не хуже меня, а кто-то даже лучше. Дарлинг, Томаси, Сальвадор, Маршал. Маршал в особенности, она глава оперативного отдела и видит меня насквозь. Она знает, что я не полагаюсь на людей. И если уж кого-то подводить, то самого себя. Но все меняется, когда ты становишься директором.